История бизнеса по продаже одежды и обуви во вторые руки насчитывает уже 100 лет. В самых благополучных странах мира, таких как Германия или США, полным-полно секонд-хендов. В Латвии в этом деле тоже немало конкурирующих между собой фирм. Многие покупатели сделали свой выбор в пользу магазинов «Венда-2». Здесь можно подобрать красивую и удобную обувь в единственном экземпляре, а к ней другие интересные вещи, имеющие свою историю. Чтобы отойти от сложившегося стереотипа магазина секонд-хенд, как чего-то напоминающего склад утиль сырья, в компании «Венда-2» большое внимание уделяют предпродажной подготовке. Перед тем, как попасть на прилавки магазинов, обувь обязательно проходит дезинфекцию, это подтверждает специальный сертификат. Качество товара зависит прежде всего от места, откуда он прибыл. Чем благополучнее страна, тем более качественный товар. В магазины «Венда-2» он поступает из разных европейских стран, в основном из Германии. Этот товар хорош в первую очередь своим незначительным износом. Много вещей просто новых. Европейцы редко носят вещь более одного сезона. А за счет того, что обуви, как правило, не одна пара, износ составляет всего от 15 до 30%, а цена в 5-10 раз ниже первоначальной. Здесь много спортивной обуви, тоже очень недорого. Отдельного внимания заслуживает детская обувь. Все знают, как быстро растут ножки деток. Не напасешься. Пожалуй, что товар из этого отдела пользуется самым большим спросом. Полки магазина ежедневно пополняются новым товаром, по ценам начиная от 3 латов. Сейчас, когда каждый лат на счету, именно в магазинах фирмы «Венда-2» можно найти сапоги, туфли и кроссовки по карману и по размеру. Качество отличное. Информацию о магазинах в Риге и других городах Латвии можно найти в интернете на www.venda2.lv.